Химкинское санаторное отделение научно-исследовательского института детства открыло свои двери после капитального ремонта. И уже первые юные посетители приехали в медучреждение поправить свое здоровье. Мы приезжаем сюда, в санаторное отделение Московской области, не первый раз. Нам есть с чем сравнить, как было и как стало. Сейчас все это оснащено современным оборудованием. Прекрасные сотрудники, отзывчивые. Все на высшем уровне. Нам очень нравится. Мы будем сюда еще приезжать и приезжать. На сегодняшний день здесь поправляют свое здоровье дети с бронхолегочными заболеваниями. Отделение укомплектовано современным медицинским оборудованием отечественного производства, которое позволяет проводить все виды восстановительного профилактического лечения. Это блок водолечения с современными 4 видами ванн, блок теплолечения, также современным оборудованием. Для электролечения, ингаляций деток. Затем у нас оборудованный массажный кабинет, кабинет ЛФК. Также имеется современно оборудованная сенсорная комната для психологической разгрузки детей. Добавим, направления в санаторий выписывают участковые врачи-педиатры. Отделение рассчитано на 45 мест. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.